Всего год назад на этом месте был пустырь, а сегодня стоит внушительный завод по производству растительного масла с автоматизированным импортным оборудованием. Сегодня у завода праздник, его торжественно открыли с благословения владыки Сергия. Под ваши аплодисменты, уважаемые коллеги, друзья, гости, перерезаем красную ленту. Алтайская особая. Под таким названием здесь выпускают новую линейку подсолнечного масла. Оно высокого качества, ведь производится из натуральных ингредиентов. В масле сохраняются все ценные для организма вещества. Новое производство запустила всем известная строительная группа компаний «Союз». Казалось бы, масло не их профиль, но в этой отрасли они видят огромные перспективы. Надо продавать самим, да? Поэтому, ну, не такой огромной степени торговая сеть, там, как, допустим, те, которые сегодня работают с нами. Но, тем не менее, торговые точки шаговой доступности, они должны быть. И мы должны предложить нашим людям действительно качественный и максимально дешевый продукт. Сейчас на маслозаводе ежедневно производят 7 тонн масла и около 9 тонн жмыха. Масло разливается в бутылки объемом 1,5 литров, которые разработали по специальному дизайн-проекту. Сейчас запущена лишь первая очередь. В ближайшее время стартует вторая, которая предполагает помимо подсолнечного масла производство еще и льняного. Я надеюсь, что в будущем году завод увеличит свои мощности как минимум в 2 раза. Поэтому фасовка бралась с расчетом на увеличение мощности. Проект уже есть, ведем подбор оборудования. На предприятии работает 15 человек, все жители села Малахово. После расширения производства рабочих рук станет больше, рассказывают руководители завода. А как только алтайская особая завоюет региональный рынок, продукция отправится на экспорт за границу. Уже идут переговоры на поставку масла в Китай и Казахстан.